Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления домашней самсы. Нам потребуется 0,5 кг домашнего фарша или 0,5 кг мелко нарезанного мяса, лук, соль, черный и красный перец, молотый кориандр, а также пачка слоеного дрожжевого теста. Мелко нарезаем лук. Мы используем для этого вот такое приспособление. Мелко порезанный лук добавляем к фаршу и все тщательно перемешиваем руками. Фарш перемешали с мелко нарезанным луком. Миску с фаршем накрыли тарелкой и поставим в холодильник на 2 часа. Прошло 2 часа. Достаем фарш с луком из холодильника. Теперь посолим по вкусу, добавим молотый черный перец, молотую паприку и молотый кориандр. Все перемешали руками. Начинка для самсы готова. Подготавливаем противень. В него кладем бумагу для выпечки. Достаем из пачки пластину теста. Разрезаем ее на 9 квадратов. Квадраты перекладываем на тарелку. Один оставляем на досточке и будем его раскатывать скалкой. Кладем начинку. Соединяем два противоположных конца четырехугольника и руками закрепляем их. Далее соединяем четвертый конец четырехугольника и будем делать общий шовчик руками. Немного подгибаем края треугольника и кладем на лист швом вниз. Противень самсой ставим в духовку. Самса готова. Она выпекалась в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию примерно 30 минут.